путем частичного сложения наказаний окончательно чужого Александру Сергеевичу. Назначены наказания в виде лишения свободы на срок 22 года, с добавлением наказания исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Александр, вы будете обжаловать приговор? Вообще, как вы относитесь к сроку, которому он назначен? Александр. Я не согласна с этим. Вы ожидали, что дадут пожизненный все-таки срок, да? Я думала, хотя бы лет 27 дадут. И 22 года. Угу. Он через 22 года выйдет, а то и раньше. Меня уже не будет, я уже не смогу посмотреть его в глаза в наглые. Я не знаю, я буду что-нибудь думать. Ну, по-вашему, какой мучитель все-таки заслуживает? 27 лет всего или все-таки пожизненно? Заслуживает пожизненно. Пожизненно. А, вот уже год прошел с момента смерти Насти, да? Угу. Как он для вас прошел? Я понимаю, что вам тяжело, естественно, было, но как вы держитесь все-таки? Это очень тяжело. Я как в тумане до сих пор. Я не могу ни осознать, ни осмыслить это. Вы со своей стороны. До сих пор жду, что Настя позвонит или придет. Вы со своей стороны будете как-то обжаловать этот приговор? Буду что-нибудь придумывать. Я не знаю, что надо делать. Мне надо узнавать. Ну, он принес, в принципе, вам извинения, но насколько вы верите в его раскаяние? Не верите, что он раскаялся?